Президент Украины Петр Порошенко объявил 15 января днем траура по жертвам боевых действий в Донбассе. Об этом он заявил в среду во время встречи с председателями областных администраций. Днем ранее в результате обстрела пассажирского автобуса под Волновахой погибли 10 мирных жителей. Еще трое скончались позже в больнице от полученных ранений. «Я принял решение провозгласить 15 января днем траура по всем, кто погиб от рук террористов», – сказал Порошенко. В обстреле автобуса Киев обвиняет самопровозглашенную Донецкую Народную Республику. В ДНР обвинения опровергают и утверждают, что автобус обстреляли украинские военные. МИД России призвал не делать скоропалительных выводов и приступить к тщательному расследованию обстрела автобуса под Волновахой с привлечением международных экспертов. Глава ведомства Сергей Лавров заявил. «Есть уже оценки, я не буду сейчас в них вдаваться, которые показывают наличие нескольких версий произошедшего, но в них надо тщательно разобраться, прежде чем показывать на кого-нибудь пальцем, как наши западные и украинские коллеги». Миссия наблюдателей ОБСЕ предложила создать группу по расследованию трагедии под Волновахой с участием представителей Украины, России, самопровозглашенной ДНР и совместного центра по контролю за перемирием. Группа призвана провести независимое расследование параллельно с расследованием украинских властей.